кто там Маршал и кто еще? Маршал. Маршал и Центурион. Лучше давай сначала этот пак. Вот они мои, Маршал. Да не туда ты смотришь, развернись. Не стрелку в этом уже нашли. Извините, прохожу сейчас. Женуэн, ну тебе не поможет программа, ну не помогут тебе, ну пойми, пожалуйста. Тебе нужно все потратить чуть-чуть денежку. Поехали. Как бы ты ни хотел. А чё, где танки-то? Сейчас дам пристрел. Карина. Чё я-то сразу? Пуляй. Пуляй давай. Пацаны по заднице. Нормальный милик упал там на даче. Ну отходит, пусть умирают. А, то есть можно. Мы до них даже не достаем. Толпу. Не на воронка. Уже третья, да? Пятая? Или четвертая? Алина, ты наш счастливый талисман. Я знаю. Вперед. Если чтобы какую-то выбить шмотку хотите, берите с собой Лену. И говорите ей, какая шмотка. Поехали. Карина, ты же с инженером справишься? А это кто? Который бомбы кидает. Наверное. Не факт. Помянем. Локи дашь по ней СС. А мне пух какой-нибудь надевать надо? Как нет. Не, не. На инженера протопало стоят с этим читом? Ну, ему лет еще слабенький.
Ну, реально это прототип просто. Ну, примерно одинаково. Ну, у медведя нету щита, правильно? Хорошо, можно попробовать. А я тогда на замену, да? Нет. Теперь там будет Анорси в коте будет. Ты вихрь не можешь покидать. Вот в рейд и вагу надо запустить в рейд. Так, значит. На Маша, пока пойдешь погуляешь, Панзир заходит в рейд. Кому из медиков с этого босса нихуя не надо? Там это знак упал мобе. В этом вот крайне. Вне рейда можно лутать воронки, пролить? В смысле вне рейда? Ну в смысле я сейчас на замену уйду и воронки пролить? Да, можно. Нишу не надо. Блин, а что мы делаем? В тритонка что ли? Нет. Сейчас я подумаю. Из медиков кому нихуя не надо? Провокатор, пойдешь погуляешь. Вага тут? Сейчас. Белка, хватит прыгать. Дай портал. Вагабон, ты тут? Лена, а ты возьмешь меня в целка? Посмотрим сейчас. Так, влаги ни хера нет. Если да? Нет, то снимай. Он онлайн был минут 5 назад. Так. Провокатор назад. Дайте, пожалуйста, погуляем. По поводу танков. Да, давайте в три танка. А этот самый Войт с правой стороны, Форсети с Кариной с левой стороны. Дайте портал, девочки, пожалуйста. Маги. Парады, Беладон. На присутствие. Беладон, портал, дай, пожалуйста, для девочки. Беладон, ну что ты скачешь? Меня слышно вообще в Дискорде? Да, да, да. Беладон, дай, пожалуйста, порт. Спасибо. Все, баф, пробаф эти фанзеры, ставлю рыбу. Сопроты не забудь. Короче, на баф. Ему все, что не хватает. Кулаки поваром оформить по один. Отдача. Хватит хрустеть. Меня пингует. У
Луки, Мозер, Тимбич. Мозер, Тимбич. Пингует. Сейчас проверю, в чем фигня. Мозер, отдача. У меня пингует. Сейчас. Я слышно. Хорошо, мы поняли. По 10 раз говорю. Хорошо. Я тут. Хорошо. Догонит, блядь. Мои люди без них не могут. Зависимость возникла после уничтожения собственного класса. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Всем привет. Теперь меня никто не остановит. Селама Жаля-Норе. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! Тут же саппорт видно. Да-да-да. Лучше выпить всем. Пул уже прошел. А еще на 16 человек. Дистанцию наберите. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером Телоникусом. Бомба. Санта. Не рвите агро, пожалуйста. Кусок баф дает или у него аура?
Нажимать надо. Сокрушение РБД. Разбежались все. Брали? Бежали. Шли все от трупов. Че, кто на боссе на келе был? Пал? Или... Медведь. Арен, заберешь босс. Бабу долбайте. Бомба. Дистанцию. Беладона. Хил прохил. Бомба. И сколько там до этого, до босса? Ну, там 50 секунд. Бомба. Добивайте. Кто Геру дал? Я дал. Нахуя. Добивайте. Контролить, готовимся, все друиды, шаманы, овцы, арчи. После первой ложи будет контроль. Раскол. Только никто, пожалуйста, уйдите на лужах там. Контроль. Контроль раздайте, хилок не убей. Феникс вышел. Тимбич по покатуту. Ас. Глыба. Еще одна глыба. Феникс играем.
Виксо. Милики, отходите, когда мало хп остается у Феник. Женек, бей яйцо. Лужа, РДГ. Девка. Контроль. Контроль сейчас будет, пухи сними. Тролля раздавите. Грозно, не бейте, никто. Ну, блядь, забери Феникса. Войд в контроле. Я сейчас блоку бьет. Глыба, сбейте. Кроме Феникса. Пока тут по Норте, Норте по Япончику. Жужин по Крону. Яйцо. Мазбаф. Лужа. Лужа. Контроль. Пять войд в этом. Контроль раздай. Локи, законтрольте. Глыба. Феникса. Лужа под Фениксом. Фениксом. Лужа под Фениксом. Здесь пыльте овцу с меня. БР только у этой, у Карины есть. Че заберу босса? Забери босса и по локи дашь, Карин. Давай. Контроль. Кота, могу? Кота. Подхильте Вольду. По коту корни дайте. Глыба. Глыба. Феникс. Вы далеко от тебя. А Феникс второй. Иннер по япончику. Рад. Раздайте контроль, пожалуйста. Проследите за ними, чтобы никто не умер. Сейчас уже последняя фаза будет. Сведение моего Феникса. Там стоит человек. Глыба. Глыба. Сколько там до фазы? Процент. 2%, 1%. Бейте босса. Босса бейте. 1. 0. Все, Феникс. Мирики отошли. Яичко.
сразу вокруг босса рассадить. Дистанцию набрали. Тут тактика не бить фениксов пройдет. В принципе, на золото. По-моему, да. Два танка по два феникса, думаю, хватит. Ну да, типа еще три танка, поэтому забейте на феникс. Вниз полетели. Ложа обратно. Дистанцию наберите. Не спускайтесь. Я вам на горбах забили. ВР нет больше. Там ближайшие 2 минуты. СС на мече дать. Локи, да, если есть СС, дайте. А, войды просить. Феникс на пульте. В следующий раз, когда приземлимся, дадите гиру. Денчика поднять. Здесь еще посадили. Никитов, скинь, пожалуйста. Спасибо. Дистанцию, дистанцию. Кончик-то лица? Да-да-да. За Войдом там смотри. Ты что зубы дам? Ой, его команде. Через 50 секунд БР откатить. 2 секунды по ней. Кого бэрить? Денчика. Геру дайте, шаману. Через 30 секунд пуфи не забудьте перейти. Они уже пропали. Уже. Пусть одевай. Пану сразу поменял. Дистанция. Зипка есть, в принципе, зубы не надо.
великой победарной. В корне с вами не согласен. Токен упал на пало, не? Нет. Не плачь. Ништяк. Ну и ништяк. Сейчас за ЦУК сразу, да? Перекурчик, да, ЦУК. Он в ЦУК обычку? Героик.